Всем привет, ребята, и вы на канале Тимофей. И мы уже в Ватерфорд, Ирландия, город Ватерфорд. Ирландия — это страна. Вот. И мы прибыли на колесо обозрения. Если развернуться, мы можем увидеть такой очень маленький Биг Бенчик. Вот. Видите, вот там такой маленький статую. Это какой-то там статуя маленькая. Вот. Включу камеру уже, когда буду наверху. Мы уже подошли к этому колесу. Вот оно еще крутится. Вот. Видите, какая высокая? Вот. Включу камеру уже, когда мы будем в этой вот кабинке. Мы уже поднимаемся. Внизу колонка стоит. Как вы видите, у нас такой уже вид открывается красивый. Можно сказать, мы там четвертину колеса проехали. Что-то сейчас остановились. Вот. Кстати, видите, это весь этот город. Кстати, вон, видите, маленькие карусельки. И, кстати, тут немножко качает. Кстати, вон еще кораблик. Мне кажется, они остановились, чтобы мы вам показали всю вот эту вот красоту. Ибо... Я понял, что они остановились. Это они загрузаются. Там загрузаются. Вот. Вот что остановились. Так, мы уже поднимаемся, видите? У нас тут какая-то укрепление тут. Поднимаемся. Кстати, смотрите, вон там, видите? Там крыса не сразу начинается, она там чуть-чуть, типа, чтоб дождик попал и намочил нам все сиденья. Но благо, видите, как у меня он, оно сухое. Вот, мы уже на максимуме подошли. Вот, это самая высота. Вот. А уже город видно очень хорошо. Кстати, мы сейчас остановились, где-то там под нами садятся, и нам как раз идеальный вид открывается. А с той стороны, вон там всякие такие моря, вот тут вот еще моря, города сбоку, вот тут вот, вот. Я еще вам с этой стороны не показывал, но там водичка, может вам быть не видно, но там речка и такой маленький остров. Вот. Вот еще. О, мы уже едем. Что-то, мне кажется, мы поднимаемся. А, не, заспускаемся. Вот. А на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем спасибо, всем пока-пока.